Рад приветствовать вас на своем канале. Здравствуйте. Сегодня я хотел показать вам свой домик, который я построил. Мебели пока здесь еще нет, но я думаю, что в скором времени я обзаведусь этим. Сначала надо на это заработать. Сегодня хотел разместить здесь коврик репетитора по изучению западного наречия. Вот видите, вызвать наставника, наставницу, ну, Янку. Коврик крафтится. В ремесле декоратора можно скрафтить красный коврик и синий коврик. Ну, естественно, мужчину и женщину выбрать. Мы крафтили западный репетитор западного наречия. Будем изучать языки, чтобы общаться с врагами будущими. Ну, а сегодня я продолжу кач. Вот такой вот домик. Найти вы его сможете на сервере Гартары. Скоро здесь появится вывеска еще. Скорее всего, не одна. В общем, смотрите. Изучайте. Насчет игры. Игру рекомендую всем. Архейдж действительно очень красивая игра. Очень приятная. Интересный контент. То есть не только режим PvE, но и PvP есть, да? Устав от бесконечных драк, естественно, можно заняться PvE режимом. То есть фармить боссов каких-либо, да? Также очень сильно развита в плане общения игра в виде гильдий, сообществ, да, то есть как бы, меня уже пригласили в гильдию, скажем так, она пока никому не нужна, никто толком ей не занимается, но тем не менее, я думаю, что в дальнейшем можно будет вступить в какую-то другую, более интересную гильдию. Либо развивать вот это будем совместно с головой. Познакомлюсь с ним поближе. Но пока, естественно, мне надо качаться. Еще пока слабенький, маленький. Ну а на этом все. Всего хорошего. Пока.